Девчонки, всем огромный-огромный привет. Меня зовут Марина. И сегодня хочу вам показать свой заказ по январскому каталогу компании Avon. Кому интересно, присоединяйтесь, пожалуйста, к просмотру. Ну, давайте начнем с больших бутыльков. Я заказала себе на пробу вот такую пену «Белая лилия». Пена для ванн с ароматом лилии и мускуса. Объем здесь 500 мл. Сейчас хочу послушать аромат. Ну, лилия действительно пахнет, и аромат достаточно такой яркий, тяжеловатый. Мне почему-то казалось, что будет пахнуть более нежно, но не знаю. Ну, как он будет раскрываться в душе, неизвестно. Насколько я знаю, это новинка. Так, еще я себе заказала вот такую пену. Это, так, тут на русском-то нет у меня ничего. Пена для ванн «Свежесть океана» называется. Здесь уже объем 1 литр. Так, ну мне здесь, я слышу, знаете, аромат геля для душа, бесконечная свежесть, кажется, так называется, тоже такой светлый он. Очень мне он нравится, это тоже такой приятненький достаточно аромат. Так, еще я заказала взрыв прохлады с ароматом арктической и морской свежести, шампунь гель для душа, это уже мужской гель для душа. 159 рублей они в этом каталоге при покупке двух средств. И минус скидка представителя. Но у меня на 30% я вышла на уровень платина. И еще взяла Алоха Маноэ, кокос и цветок Тиаре, крем-гель для душа. Вот, вот такой вот я сделала запасик гелей для душа небольших. Так, у меня заказали кокосовое молочко и малина крем-гель для душа. Сейчас я васильком моюсь. Мне нравится василек, такой очень приятненький аромат. Так, заказали еще лосьон для тела с какао, с маслом какао, питание. Так, дальше, что у нас здесь еще? Чистый кислород, очищающая пенка для умывания, 150 мл объем. Хорошие пенки, мне не нравятся, на утренний уход очень даже неплохо. Так, заказала я себе сухой шампунь, вот такой, Advanced Technics, решила попробовать. Что он из себя представляет? Хочу попробовать вообще. Ни разу я не использовала сухие шампуни. Когда-то очень давно, но как-то меня тогда не впечатлили. Я брала не в Avon, а в какой-то другой компании. Так, дальше. Заказывала я водичку, детская туалетная вода для девочек. Куда-то сегодня показываю, не туда. Так, сейчас маленечко поставим. Это миньончики. Ну, аромат, честно, мне не очень как-то понравился. Такой какой-то химозненький, не очень. Ну, дочка будет брызгаться нормально. Ей, видимо, нормально. Так, Individual Blue, это у меня заказали дезодорант мужской. Так, что у меня тут еще из заказов? Заказали у меня разглаживающий гель для кожи вокруг глаз Моря Греции, чтобы действовала специальная цена. Нужно заказать было два, я, в общем, взяла второй такой же продукт. Так, еще у меня заказали лак для ногтей, вот такой. Так, и давайте, может быть, откроем, посмотрим, как он выглядит, если кому-то вдруг интересно. Ой, девчонки, не могу никак открыть. Вот. А ну такой у меня примерно был как-то лак. Ну такой нежный лавандовый оттенок. Прошу прощения. Так, ну что, тут еще кремы для рук у меня заказали. Увлажняющие с маслом авокадо. Их у меня заказали несколько штук. А, вот такой вот еще один. И еще в обычном таком формате. Кстати, вот этот крем стоил дешевле, чем в новогодней тематике. И вот у меня заказали, три штучки заказали с авокадо. И я взяла тоже еще несколько штук. Три штучки, получается, еще взяла, чтобы они были. Так, заказали губную помаду Леди. Опа.
Что еще здесь у меня? По уровню платина я забрала подарок. Это Attraction. Простите, девчонки, что-то у меня сегодня с голосом. Attraction 30 мл, лосьончик для рук. И вот такая маска очищения сияния, маска-пленка для лица New. Однозначно буду куда-то это все сегодня же реализовывать, потому что мне New, ну, вообще никак не подходит. Если еще маски как-то более-менее сносно подходят, то кремы для лица точно нет. И что касается Attraction, это вообще не мой аромат. Так что точно буду это все куда-нибудь реализовывать. Так, что здесь еще мне пришло? Это набор сережек я заказала. Не знала, то ли оставлю себе, то ли, может быть, продам, в розыгрыш разыграю. Посмотрим. 349 рублей стоил этот набор сережек. Называется набор сережек Мэри. Артикул 140-11-94. Приходит все в полиэтиленовом таком пакетике. Здесь еще упакован дополнительно в пупырку, в пупырчатую бумагу. И вот так вот здесь все это выглядит. Здесь 6 пар сережек. Вот так вот все выглядит. Мне очень приглянулись вот эти вот серьги. Такие интересные довольно-таки. Вот эти можно куда-то так на выход, на какое-то мероприятие. Вот такие можно, даже вот эти можно гвоздики на повседневку носить. Ну, вот эти это под какой-то определенный точно костюм. Вот эти, в принципе, можно. Вот эти тоже интересные. Ну, посмотрим. Либо оставлю себе, либо, может быть, разыграю и перезакажу себе еще, потому что достаточно интересный такой наборчик. Мне он со скидкой 30% обошелся 244 рубля 30 копеек. Набор бижутерии здесь. Вот. Достаточно интересненький такой набор. Какой-то дополнительной информации я не нашла на самом вот этом пакетике. Ну, это, конечно, естественно, просто бижутерия. Так, ну что, здесь еще у меня заказали 2 карандаша. Один для губ, другой для глаз. Черный карандаш для глаз. И тут у меня просто куча пробников всяких разных. Как уровню платина надавали мне пробников. Вот такие пришли ароматики, пробнички. Давайте протестируем, наверное, попробуем. Я смотрела у девчонок отзывы, обзоры, что очень такой интересный шоколадный ароматик. Давайте женский открою. Здесь розовый перец, горький шоколад, бархатистый древесный аккорд. Я вот люблю розовый перец, но шоколад я не очень люблю в парфюмерии. Ну, давайте посмотрим. Мне пришел, кстати, пробник какой-то неполный. Вообще половина в нем отсутствует. Ой. Вот так, смотрите, половинки нет. Ой, что-то мне напоминает из моего, знаете, детства, студенческих годов. Господи, что-то было. У меня нос сегодня не дышит еще. Но я прям отчетливо слышу. Меня куда-то относит. Куда-то далеко. Здесь явно слышится шоколад. Действительно, он такой прям горький. Чувствуется прям запах темного шоколада. Розовый перец я вообще особо не ощущаю. Странно. Какой-то напоминает, что-то прям меня раз, как будто бы какая-то ассоциация возникла. Я куда-то унесло меня, но я не могу вспомнить, что это такое. Вот у нас же есть и Делис шоколадные нотки Вейвен. Но это точно не похоже. Есть в компании Faberlic с шоколадом Ferrix Sensuel. Это тоже совершенно другая история. Здесь что-то... Какой-то был еще шоколад. Я не могу вспомнить, какой. У моей мамы был такой шоколад. И мы с ней очень... Потом она говорила, очень жаль, что закончился, что его сняли. Я не помню. Надо мне с ней созвониться, вспомнить это все. Так, и мужской аромат. Молотый перец, темный шоколад, древесный аккорд. То есть вот тут тоже перекликаются нотки. Ну, мужской такой. Интересный. Очень такой интересный аромат.
Ну, вроде бы свежинка какая-то, чуть-чуть. Где-то совсем чуть-чуть есть. Тоже интересный аромат, древесность. Древесность есть где-то, да. Но здесь шоколад чувствуется меньше. Гораздо меньше. И он здесь совсем другой. Но здесь вообще вот надо мне маме позвонить, спросить у нее, что это за, какой у нее был аромат. Так, здесь что еще? Еще пробнички. А вот у меня еще здесь лежит тушь. Заказали мне вот такую тушь в черном оттенке. Здесь всякие разные какие-то брошюрки про протинол. Но Энью, повторюсь, это вообще не моя история. А вот лет теперь у нас в таком виде выходит. Ну и, короче, там пробнички. Я это не буду открывать. И что у нас здесь? Давайте посмотрим, что еще пришло. Это такая рекрутинговая листовка. Выбери подарок на 23 февраля по знаку зодиака. Это у нас получается в период с 1 по 28 февраля. Разместить нужно заказ. Это для новых представителей. С 1 по 22, по 28 февраля 2022 года на 1200 рублей в ценах каталога. Получаем скидку 25% на первый заказ. И уже со своим заказом в марте мы можем забрать один из призов всего за 60 рублей. То есть вот такой вот здесь будет, такая будет акция для новых представителей. Очень достаточно интересно. Ссылочка для регистрации будет под этим видео, если захотите тоже присоединиться к компании Avon и быть в моей команде. Вот такой, девчонки, у меня получился заказ. Достаточно небольшой, но на 4000 он все равно в любом случае вышел, потому что я забирала вот этот набор платина. Что хочу сказать? Вообще поговорить с вами о доставке, вообще об изменениях компании. Конечно, я считаю, что изменения такие, как бы со знаком вопроса, лучше ли они стали или нет, я не знаю. Но для меня нет, потому что, во-первых, выросла стоимость доставки. Если раньше у нас была доставка 99 рублей, но я говорю сейчас о почте, то сейчас доставка уже стала 149 рублей. В принципе, как бы, ну, 50 рублей, но тем не менее они существенны. Особенно для тех, кто имеет маленькую скидку, потому что вся эта скидка, она уходит у нас на доставку. Так что я думаю, что некоторым девчонкам даже смысла нет. Я знаю таких девушек, которым смысла нет заказывать самим, когда можно просто заказать у представителя то, что вам нужно. Например, одну тушь заказать там, или крем там, для рук и все. Видимо, компания Avon идет к тому, чтобы оставить крупных представителей, которые делают большие заказы, естественно, имеют с этого большую выгоду. Ну, выгоду хотя бы какую-то. Во-вторых, вот эта вот разбивка на уровни платина, уровни бронза, золота, VIP-платина, это настолько людям запутало вообще, запутались люди, представители запутались, они не понимают, какая кому акция, какой кому подарок. По крайней мере, мои представители, одна вот мне девушка скидывает, я ей оформляю заказы, она сама не оформляет. Она достигла уровня платина, и она мне скидывает, я ей отправляю, что вот у вас вот такой вот набор у вас будет. Вам нужно на 4000 сделать заказ. Она мне скидывает, где пурбланка у нас по золоту, по-моему, да? Она мне оттуда скидывает, говорит, я хочу вот этот. Я говорю, ну нет, ты не можешь этот заказать. Она говорит, а я хочу его. То есть, ну, не знаю, как-то мне кажется, это все в компании не продумано, и насколько это будет эффективно, насколько это будет долговечно, долговременно, я не знаю. Во-вторых, вернее, уже в-третьих, это скидка, которая у нас была раньше 30% на заказы, на первый заказ новичка, сейчас 25%. Это тоже, мне кажется, какую-то роль будет играть в том, что люди будут регистрироваться или не будут регистрироваться. Но хотя, если сравнивать с тем же Фаберлик, там вообще скидка 20%, и даже 30% скидку там вообще никак не заработаешь на весь заказ. Там можно 70% скидкой брать какие-то товары, а вот что касается скидки 30%, ее вообще там никак не получишь. То есть,
Конечно, плюсы есть, какие-то плюсы и минусы есть. В любом случае будем работать. Эйвон так или иначе заказывают. Пусть по чуть-чуть, пусть понемножку. Вот вчера мне женщина позвонила, тоже сделала заказ там на определенную сумму, как бы, ну, на минимальную сумму заказа хотя бы она сделала заказ. Пока будут заказы, будем работать. Нам ничего не остается, раз заказы идут, будем работать. Ну все, девчонки, всем спасибо вам за просмотр. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, что вы думаете обо всех вот этих изменениях в компании. Мне очень интересно будет почитать, пообщаемся с вами в комментариях. Всем вам желаю здоровья, успехов, удачи и всем пока-пока!